Привет, я Алена Терещенко, и сегодня я расскажу, как с помощью косметики Oriflame блистать в новогоднюю ночь. Наступающий 2017 год красного огненного петуха по восточному календарю, поэтому в новогоднюю ночь ты просто обязана быть яркой. Не бойся использовать блестки, этой зимой они в тренде. Для этого макияжа я использую косметику из коллекции Giordani Gold. На лицо модели я уже нанесла тональную основу и сделала легкую коррекцию. Чтобы лицо выглядело свежим в течение всей праздничной ночи, я наношу компактные румяна. В Новый год можно смело экспериментировать с макияжем, поэтому акцент будет и на глазах, и на губах, хотя обычно я рекомендую подчеркивать что-то одно. Наношу тени для век в шариках. Выразительную стрелку рисую карандашом под водкой. Необходимый элемент – универсальная супертушь, которая придаст ресницам объем. Завершающий штрих – чувственные губы. Макияж готов! Ты можешь добавить выразительности праздничному образу с помощью блесток. Нанеси их поверх теней или даже на губы. Будь в центре внимания вместе с Oriflame! Счастливого Нового года!